Так, ну теперь нам нужно... так, новые действия. О, патрончики, слушайте. Куда я действия добавлю, что-то такое, не знаю. Так, кстати, открываем карту. И смотрим. Очень много неизведанных мест. О, снежный барс. Интересно, а нам нужен он? Шкура носорога, бенгальского тигра. Так, нам нужен бенгальский тигр, а его здесь нет, походу. Так, костюм крыло нам бы сейчас раскрыть. Так, куда нам? Нет, там не надо, вон. Так, а нам на какие-то там верха, видите, куда-то. Или нет, подожди. Да, куда-то нам... Тут нету аэроплана этого. Хоть куда нам примерно-то? Офигеть. Нам реально куда-то наверх там. Блин, ну... Ну, даже не знаю. Ну, давайте на машине уж, ладно, чё. Так, ну что, делаем сейчас. Таким вот образом. Нет. Вот чтобы он нам не мешал, а то он сейчас нас жрать будет еще. Ой, а это орел хоть? Нахрен его знает. Так, ну-ка давайте-ка аптечку. Вот сюда. Я вырубил. Так, вот это нам по-любому надо. Так, а почему на карте нет медведя? Нету, да? Азиатский носорог. А для чего нам нужно, я забываю? С4. И... Вот это, да? Индийский носорог. А это какой носорог? Азиатский носорог. Ну, нам не нужен, значит. А, подожди, стоп. Или это и есть одно и то же? Азиатский. Азия, это же... Причем тут? Может, это одно и то же? Да хрен его знает. Так. Азиатский. Если они имеют в виду азиатский... В смысле, Азия, это они имеют в виду. Либо они имеют в виду... Не знаю что. Ну, Индия, она же в Азии находится. Все правильно, так что, думаю. Не хочу заморачиваться. Ну, нам нужен необходимый инъектор. Посмотрите, у нас их как мало. Ну, 6 штук. А обычно бывает по 12. В запасе, чтобы был, я имею в виду. Нет! Уйди, 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 уди! Не-не-не, не собираюсь. Если остановлюсь, я думаю, вы... Вас это не обрадует. Вы же хотите жить, поэтому... Вам повезло, что мне еще нужно... Спешить к золотому пути. Так, сколько до него... Блин, до хрена до него ехать еще. Так, а что там надо? Лагерь дети будущего. Что надо? Заложник. Ой-ой-ой. Так, что делаем? Так, ну здесь не вариант проходить. Хотя какой? Почему не вариант? Почему? Я же пистолет даст. Я, наверное, не на ту кнопочку нажал просто. Так, этого надо тоже. Думал, мне конец. Теперь я ваш должник. Ну что ж ты делаешь-то? Хотя бы какую-нибудь другую кнопку делали. Надо мне, наверное, поставить на кнопку какую-нибудь другую, обыскивать. Ну, кстати, хорошая идея достаточно. Так. Ой. 50 нам дают. А здесь, видимо, где-то во. Деньги нам не помешают. Такое ощущение, играешь с читами какими-то прям. Дофига бабла просто. Че, не заметили, что ли? Офигеть. Ну, я имею в виду, не... Начали замечать, но до конца не заметили. Ну, можно было... Есть там какая-то машина, баги. Ну, в общем, хорошая тачка, я вам скажу. Такая горная. Ну, там где-то была...
гонка, что ли, или что тут? Что тут такое-то? Ой-ой-ой-ой, вот это надо. Мотор, целься, блин, они за нами гонятся, офигеть. Давай, 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 дорогой, давай. Все, оторвались, ништячок. Так, здоровушка у нас восстанавливается. Можно прокачать навык. Прям сейчас навык смотрим. Так, будет восстановиться намного быстрее. Ну-ка, давай попробуем. Сейчас заодно посмотрим. Ну, да, вроде так, нормально. То есть это еще с учетом того, что у меня ячейки здоровья достаточно маленького размера. То есть если бы они были большие, то есть не прокачанные, там, 2-3 ячейки, то я думаю, вполне, да, вполне это было бы еще более заметно. Так, ну что? Тут, наверное, стоит забраться. Потому что там... Блин, что за лаги, блин? Так, секунду. Так, все. Так, значит... Тут еще одна вышка. Да вы офигели. Круто. Ну, давайте выполним уже задание. Ну, точнее, доберемся до задания. Блин, как бы тут еще добраться-то? Я даже не знаю толком. Ну-ка посмотрим по карте. А, ни хрена не видно вообще. О, да. Нифига не видно. Там, наверное, как-то. Так. У нас здесь кое-что есть очень полезное. Полезная растеница. Так, а этих можно прямо отсюда наминусовать. Ладно. По-любому захватим вышку, она здесь рядом. Это может быть уже по счету 10-я должна быть. А вышка после того, как мы... Улей. Про улей, кстати, не должны забывать. То, что... Ой, медведь там, походу. Так, мне нужно как-то сюда... Кто там рычит? Мне нужно забраться как-то наверх каким-то образом. Понятия не имею, каким. Хотя бы кошку какую-нибудь здесь нарисовали. Во-во-во-во-во-во, здесь, наверное. Ай, нет-нет-нет, блин, ну как же так? Как ж так-то? Как это могло произойти? Ну как? Ну, пожди, ладно, поехали назад. Ну, здесь забраться недалеко, вот здесь можно. Ну, я думаю, блин, не упасть бы, и фигак. Непередаваемые ощущения. А, ну здесь просто достаточно, да, сложно объехать. Ну, не сложно, а не очень удобно просто. Блин, тут вообще забраться-то можно? Не, ну, ты что за лаги пошли? А, где зеленая трава, там, наверное, можно всегда забраться. А, медведь, наверное, относится к какой-то другой части. Ёб, что за лаги, не понимаю. Другой части карты, которую мы не открыли, типа. Ладно, погнали. Секунду. Нет, поэкономим вот это. А будем пока вот это использовать. Хотя зачем? Даже что экономить? Сейчас мы бабахнем и все туда. Ой. Вот и все. Разобрались. Что, меня не видит, что ли? Какой таймер? Где? Где, ёпта? Тут бомба, что ли, была? А, ну все нормально. Они быстро обезвреживают, в принципе. Бабах! Да прицелься. Да сколько же вас тут, ёпарсты? Понабежали, а? Как через кусты? Через кусты-то меня видят. Офигеть. Еще один бежит, да вы смеетесь.
хорошо. Все, идем уже скорее к заданию. Жесть какая-то тут происходит. Я представляю, что было бы, если бы я сюда сразу начал бы открывать все эти... всю эту карту. Я бы, наверное, в шоке был, почему они такие тут мощные. Так, чужак, представляешь, как... Так, планер чужака. Как сэр Найджел оставил свой планер на утесе и к западу отсюда. Это какая-то информация. А, и вот здесь еще ящик есть. Да и чё ж ты делаешь-то? Даже рядом с ящиком и то не то... Не то делаешь что-то. Не понял. А вот, наверное. Чё за бред? А вот. Ой, что за собрание? Собрание анонимных алкоголиков какое-то. Аджай, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Новости дня. Тэ-дэ-дэм. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от любого убийцы. Она готова умереть, спасая мою жизнь. Ну же, давайте. Проверьте, на что она способна. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Рискните. Ну, короче, нам Юму сейчас надо завалить, наверное. Не знаю. Похоже, он бросил нам вызов. Шахты. Ты все знаешь. Что мне нужно? Шахты. Я все знаю. Расплата. Расплата? Какое интересное название. Не значило ли бы оно, что нам скоро финал игры уже? Так, что там по прогрессу у нас? Да, нормально. Так, неохота с этой прекрасной игрой расставаться, но... Так, но что? Но нам нужно, походу, захватить аванпост, может быть. Хотя нам, смотрите, куда нам надо идти-то? О, сюда, офигеть. Тут, в принципе, и пешком. Не хочу. Мне постоянно приходится извиняться за Юму. У нее потрясающая способность портить первое впечатление. Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Юма заключает сделки с иностранными партнерами. Следит за Нур и Деплером, даже армией командует. Правда, в последнее время она поддалась кератским суевериям. Она думает, я не знаю, про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина требует жертв.
Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника сравним с прибылью, которую он приносит. По сути дела, друзья, нам нужно... Да сколько вас тут? Откуда вопрос? Будет здорово, если нам бы примерно... Сейчас мы посмотрим, куда нам можно тут переместиться. Да никуда, мы далеко куда-то переместимся, если что. Потому что мне нужно... Закупиться по патрончикам, по гранаткам. Кстати, по гранаткам у нас... По гранаткам нормально, но все равно. Не помешало бы пополнить боезапас. Вот. И медведь где-то тут ходит. Это давай побыстрее отсюда. Да, он почти меня сожрал здесь. Так, ну что, погнали вперед. Вот чувствуете, все, значит, становится более сложным достаточно. Я хотел вышку захватить, она здесь недалеко. Но... Давай, куда ты летишь-то? Чё за ботва? Чё это было вообще? Чё это за пипец, одним словом? Какие-то... Чё-то залагало, чё-то хрен знает чё. Полетел куда-то вправо. Я хотел сесть, а он вправо куда-то полетел, козёл. Да быстрее же, блин. Клебал уже. Ну! Чё за лаги, ссаные? 0 FPS. Вы меня слышите хотя бы? Не знаю. Чё за фигня? Чё это вообще было? Стоп, чё за лаги, ребят? Так. Расплата. Да это мы уже видели. Так, стоп, чё за лаги, я не понимаю. Да чё за лаги-то, ёпарасете. Так, стоп. Упс. Теньки уменьшился. Решил уменьшить. Но все равно что-то не то. Долго записываю, наверное, уже. Все, садись. Мне уже хватило того, что ты тут устроил. Так, ну что нам? Куда? Я вообще где? Здесь высадился? Какую-то хреном взорвался, непонятно почему. Перебрал я мальца с этими. Так, смотрим. 6 инъекторов. Тут 9. Мало. Так, а вот это что за пистолет? Непонятный какой-то. А, это все. Это типа смена. Мы сменяем инъекторы. Пишут, показывают нам, что если мы нажмем на эту кнопку, мы сменим либо на инъектор, либо на пистолет. Найдите Юму. Ну, кажется, мне ясно. Все. Так, а вот что это за значок? Надо почитать. Вот этот. Лагерь. Угу, то есть это лагерь. А, включаем фонарик, наверное. Так, шахты. Почитаем, что тут у нас. Совершенно секретно. Отчет от экспедиции номер 4, генерал Юма. Прошу подтвердить, следует ли нам продолжать поиски. Мы потеряли в горах половину людей и до сих пор не нашли никаких следов Шангри-Ла. Тханка или монастыря, который... По данным разведки, должен тут находиться. Для продолжения раскопок нам нужны дополнительные людские материальные ресурсы. Солдаты пребывают в унынии, страдают от высоких болезней и обморожения. Страдают от высотной болезни и обморожения. Ожидаю ваших приказов, лейтенант Ядав. Надеюсь, правильно прочитал. Первый полк Ракшасов. Так, ну, интересно.
интересно. Так, а что тут, мышки, да, у нас? Тоже тут что-то написано. Я ощущаю это в воде, я ощущаю это в земле. Видения никогда не лгут. А, видения, наверное, никогда не лгут. Видения сказали свое слово. Юма, моя бедная, во имя Господа, ты умрешь. Прости за откровенность, но это чистая правда. И с ней не скажешь. Ты познаешь худшую судьбу из всех возможных, если не сбежишь. Беги, беги, сломя голову, беги, пока Керат не останется смутным воспоминанием. Это твой единственный выбор, сэр Нейджел. Блин, тут, походу, дофига записок, наверное, не стоит их все читать. Так, это стрелы. Ну, стрелы явно нам здесь, наверное, пригодятся. Так, вот здесь что-то непонятное. Так, свитки на санскрите. На всю эту страну, сраную страну, удалось найти одного человека, читающего на санскрите. А Деплёр притащил его полумертвым. Прежде чем истечь кровью, он успел перевести несколько отрывков из свитка, добытого последней экспедиции. Демоны вторглись в Шангрила. Ой. Я до контрольной точки, что ли, дошел? Опять. Ну все. Все, сейчас демоны будут, спорим. Что это было? Теперь ты в моей Шангриле. Юма, ты не воин. Ладно. Ты тварь. Давай сразимся так, без всяких там сраных. Все, сейчас глюки начнутся. Ничтожество! Пейган послал мальчишку убить меня? За все, что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать. Его было не остановить. А твоя мать? Твоя мать? Так, высылаем образец токсина. Керат доказал его эффективность, что, впрочем, ничего не меняет. По мнению всех наших ученых, мы на верном пути, поэтому... Так, разработку мы и не думаем останавливать. Мама, так, ясно. Здорово. Блин, дайте мне мой пулемет. Блин, что это за психоз? Почему я на правое ухо слышу лучше? Так, ну я имею в виду в игре. Снегин стал слабым. Она сделала его тенью того, кем он был раньше. Тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Thank you.
какой-то непонятный лук. Что за замедление времени? Там даже ничего не видно толком. Мимо. Попал. Все? Вроде все. Или нет? Надеюсь, все. Так, там ничего нет. Так, хорошо. Смотрим, что дальше. Так. Еще ж те ворота. Что это такое? Что-то непонятное. Стрела, застывшая в воздухе. Тут явно творится бред. Вот это я зря. Так, ну я, нам явно куда-то сюда. Есть кошки, я что-то не вижу. Где кошка следующая? А тут дальше, походу... А, вон там, походу, да? Да-да-да, сейчас раскачаемся. А-а-а! Я хоть правильно иду-то, ёпта. Ой, что за залагал я что-то. Надо избавиться от лишнего, чтобы идти вперед. За оскорбление богов придется. Надо избавиться от за бред.
почему у меня нет опять лука? Ну хотя бы кошка есть, они. Они как в тот раз. Пришлось идти искать, как создать кошку. Ё-моё. А вот и я. Откуда ты взял? Какого чёрта? Ладно, хватит игр. Шоу, Куа. Вставай, вставай, вставай. Мы оба знаем, чего ты хочешь. И без игрушек. Не поддавайся на провокации женщин. Шоуку. Да. Так. Калинга какого-то надо замочить. Вот этого, да? Что это? Где он? Объясните мне. Ну давай, вон он. Это походу он, да? Надо его замочить. Я хоть правильно делаю? Подойти нужно. Я сам себя, что ли, поранил? Нет? Где он? Объясните мне. Пожалуйста, вон он. Да, я его вижу. Может быть, стоит взорвать? Нет? Она не взрывается? Да, она взрывается. Это круто. Это не может быть плохо. Мы убили кого-то из них. Наверняка это двойник. Палит. Я вижу долбанного. Там, по-моему, тигр, да? Да, надо бежать отсюда. Немедленно. Так, отлично. С этим мы справились. А если мы стукнем по вазе? На него это подействует? Нет, по-моему, нет. По-моему, он до сих пор жив. Он даже не упал. Так. Почему я не могу выбрать стрелы? Нет, 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 тигр, пожалуйста, не надо меня трогать. Я ничего плохого тебе не сделал. Туши, 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 золотой, давай. Давай, 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 побежал, побежал. Где тигр? Он где-то здесь. Кто-то там палит. Тигр куда-то делся, вон он. Он же вроде бы был нашим другом. Почему? Почему он восстал против нас? Либо это не тот. Скорее всего, это какой-то другой. Так. Ищем, смотрим. Так, вот там кто-то есть, я вижу. Надеюсь, мы его ранили. Где же ты? Неужели это наш тигр? А, точно, наверное, это наш тигр. Но я забыл, как натравливать на него. Как натравливать. Это наш тигр, да? Нет, он враг. Нет, 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 нет. Почему, почему, почему? Я вроде жал А. Или какую нужно было А жать? Наверное, английскую, а я зачем-то русскую нажимал. Почему я русскую А нажимал? Зачем? Объясните мне, почему я русскую А нажимал? Почему-то наш тигр восстал против них. Мне кажется, это он. Я убью тебя. Кормлю пепел твоей матери.
Так, к сожалению, нам придется заново все начинать. Так, отлично, мы его минусанули. Надо подлечиться, мальца. Отлично. Где он может восстановить? Где он возник? Я его не вижу. Откуда? Да, ребят. Так. Так, мы в игре. Что нам делать? Что это было, ёб просто? Подождите, почему меня... Объясните мне, кто стреляет меня, пожалуйста. Почему меня... Я нажимаю правую кнопку мыши, я выхожу на рабочий стол. Почему? Где он, объясните? Так, почему? Стоп. Почему я выходил на рабочий стол? Непонятно. Пожалуйста, убей его, да. Так, ну вроде как-то прошли. Не радует, что у нас хотя бы одно какое-то оружие есть. Сабал, Юма мертва. Хвала Банашуру! Вот она, воля Кирата! Махан гордился бы тобой и твоими деяниями, брат. Теперь освободи Кират. Убей Пейгана. И все закончится. Так, ну мы что-то вы, походу, сделали. Так, как тут выйти? Отлично. Это мы не сможем смотреть. Ладно, мы вроде бы справились с заданием успешно. Почему-то, когда я нажимал правую кнопку мыши, у меня выходил как-то он на рабочий стол. Непонятно. Не на рабочий стол, а появлялся значок. Ну, знаете, когда вы на рабочем столе нажимаете правую кнопку мыши, появляется такой значок с выбором разных функций. Так, ну и что же. Я думаю, мы сможем сейчас переместиться сюда. Здесь все-таки поближе будет. Ух ты, как же мы справились с этим заданием. Так. Заряды С4 бесконтактные мины дают что-то там. Хотя Джая Гейл отбежала секрет, когда Джая был всего... Было только 3 года. Так здорово, что ты здесь. Так. Что это было? Увидели это? Вот нам сюда. Так, о, вектор, круто. Очень много новых оружий. Это просто потрясающе. Нам дают шанс закупиться перед каким-то главным боем, видимо. Так, это тоже продаем. Это нам необходимо продать. Так, зачем нам? Это тоже. Зеленый лист. Статуэтка слона. Доза героина. Флешка. Продаем.
все продаем. Хорошо, что мы все-таки осматривали. Ой, что-то я не то, по-моему, продал. А, красный лист, зачем? 22 штуки, откуда у нас столько? Синий лист, ладно, оставим. Так, значок, все, все, вроде бы, все, пока что нам есть. Покупаем боезапас, все. Бронежилет, инъекторы, все на месте, пистолеты. Потрясающие. Пистолеты, не пойми откуда. Так, вот это что, смотрим урон, какой у них. Нет, у нас есть потрясающий, вот, этот пистолет. Это даже не пистолет, я не знаю, что это, разблокировано. Смотрим по урону. Так, на что мы его можем заменить? Мы его можем заменить на снайперскую винтовку. Так, давайте мы глянем, что у нас там из оружия. Снайперка, дробовик. Нет, мы не будем, пожалуй, ничего менять, но купить и настроить, в принципе, можно. Вектор, дробовик нам хорош. А, это ICR, или ICP. Не знаю, как это переводится. Или... Ну да, вектор. Крис, супер вектор. Уникальное. Смотрим, разблокировано. Нет, здесь ничего не разблокировано. Боеприпасы, карты, оружие. Давайте, может быть, заменим урон. У него очень большая скорострельность. Гранатомет нам доступен. Огнемет. Что-то еще. Какие-то классные оружия. Вот. Вот что нам доступно. Урон очень высокий. Очень высокий урон. Но мне кажется, наш пулемет выше. Ладно, давайте возьмем 101 тысяча, да вы офигели. Мобильность, дальность. В принципе, нам ничего не нужно особо. Точность. Зачем он нам вообще нужен? Какие-то ружья. Гранатометы. Смотрим. Будем брать? Не знаю. Можно попробовать. Но не особо-то нужно нам это. Ну ладно, давайте. Я вот это хочу тоже попробовать. Ладно, она хорошая пушка, этот вектор. Он очень скорострельный. Давайте приобретем, посмотрим хотя бы, что это. Все, я приобрел. На что заменяем? Давайте заменим на вот это. Попробуем перекрасить. Так, нет, стоп, прицел. Надо выбрать оптический. Хороший охотничий. Коллиматорный. Коллиматорный покупаем. Да, все. Теперь все, боезапас полный. Да, давайте уже отправимся в путь. Немного не тот хотел. Надо был голографический прицел. Ладно, не суть. Давайте. Давайте поспим немного. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас времени. Да, все, принимаем. Шикарно, утро. Люблю утро. Так, немедленно отправляемся сюда. И давайте уже... И давайте пойдем, куда нам надо. Нам нужно вот сюда. Задание компании.